Книга «Открытым оком», том 3, тема «Церковь», вопрос 941. Отлучение от церкви и отлучение от причащения – это одно и то же или разные понятия? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Нам известно отлучение от общения церковного за явные грехи, такие как блуд, что практиковалось в первоапостольской церкви. Первое послание Коринфянам, 5 глава, 13 стих. «Внешне же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас». Послание к Евреям, 12 глава, 15 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишался благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Апостол Павел повелевает совершенно избавиться от блудника, то есть изгнать его из церкви. Меры же наказания, отлучения от причастия просто могло не быть. Это было введено намного позже. Отлучить от причастия может священник согласно установленных канонов и епитимий, а от церкви отлучает только синод.